Я Лобашев Руслан Романович, сварщик Тверского вагоностроительного завода. Я в проекте «Тверь-Тим». На вагонзавод попал на практику. Понравилось, плюс предложили остаться. Ну, я работаю на участке, где делают рамы тележек для вагонов. Это очень ответственное место, и, ну, соответственно, нужны сварщики именно с высокой квалификацией. Ну, моя квалификация позволяет мне варить такие ответственные узлы. Ну и мне нравится то, что я делаю, именно работаю в таком ответственном цеху. Продукция должна быть, ну, соответствовать требованиям качества и должна быть безопасной. Когда проходил сам конкурс, ну, я думал, ну что займу, то займу. Ну, я старался, конечно, но там были достаточно опытные люди. Основное задание это было собрать резервуар, ну, сложной формы получается, сварить его, и чтобы он прошел определенное давление. Ну, когда объявили результаты, я был в шоке немного.